Теперь у нас есть квартира. Вау, Вир, мне это так нравится. Я решила чуточку вспомнить детство. Вот да. Ребят, всем привет. Ему всем привет, распаковка моего чехла. Вот такой вот у меня телефон. Это мой старый чехол, я с ним уже хожу 2 года вроде бы. Он мне очень нравился. И я купила новенький. Как его что-то? Давай, подай, И какой это будет? Вау. А тут стекла нету. Ой, это такой красивый телефон. Вау, офигеть. Вау, он такой классный, вот так. В общем, ребят, мы здесь получаем ключи. От фирмы. Да, а там покажи что там. А там покажи что. В общем, там нам сдали все ключи. Подписали полно документов. Теперь у нас есть квартира. Сколькокомнатную квартиру мы здесь купили? В этом доме мы купили однокомнатную квартиру, 34 квадрата. Почти 35. 35, да, 34,85, но 35 квадратов. Однокомнатная квартира, солнечная сторона. Цены очень-очень привлекательные. В общем, мы все документы приняли. Прием передач сейчас у нас прием передачи называется, да? Прием передачи документов уже успешно все прошло. У нас сейчас время 10:45. Телефон у нас на том стоит, может телефон заряжать? Серьезно, давай покажем. Вау, Вир, мне это так нравится. Все ремонты здесь очень, кстати, шумно. Они молодцы, то, что сделали для детей, да, пространство. Я сегодня, знаешь, что Алине сказала? Когда садик я ей обувь одевала, когда обувь перебывала, я ей говорю, сегодня, кажется, будет сюрприз вам вечером. Она говорит, а что за сюрприз? Я говорю, ну я не могу сказать, я скажу это, когда мы вас заберем. Она говорит, вы зачем мне сказали? Надо было потом сказать, а то я буду целый день ждать. Как тебе мир по-детски? У нас из чего? Из картона делают, да? Вот здесь, смотри, грамотно. Пока во время ремонта, чтобы не поцарапали, смотрите, как они грамотно уголки прям сделали. Вот, смотрите. Чекаем. Добра, и теперь спустите на меня. Так, я прошу тебя.
Давай. Супер. Pierwszy. Сегодня так как воскресенье, а то есть суббота. Бывает такое, что в субботу день я уроки занимаюсь. Вот, вот. И нам телевизор принесли. Уже пошли? Да. Зачинание. Załatw w sobie słuchawki. Łuski to zapewne syreny. Szybko łapiesz. Ta dziewczyna to Bianca Barclay, królowa Nevermore, choć ostatnio jej korona zaczyna się osuwać. Chodziła z naszym umęczonym. Амир готовит у нас котлетки. Здесь готовится, спагетти готовится. Амир умница, Амир сегодня целый день мне помогал. Да, Амир? Сделали. Да, вот да? Это все уберется. Сейчас поставили. Ой, это наша квартира. Да, проходите на балкон. Ой, ой, не взяла. Вот сразу крашку. Топ на Дели вот такой вот слайник. Он показывает, что я его взяла. Такой мини-эко. Там еще краски. Так, давайте сначала. Я сейчас за ножницами. Я пришла. Амир, покажи, что у тебя есть. Я такой маленький человечек, как голова огроменная. Не знаю. Все летят, я же смотрю фильм. Мы садим.
идем на группу. А вы в садике спите? Уже не спите, потому что вы большие, да? Тебе сколько лет? Ты кого там больше всего любишь в садике? Да. Только погромче. Любила Вики, а теперь... Пани Доминика. Пани Доминика? У нее красивое имя.